Неизвестный телезритель помог найти пропавшего парня. У детей одного из микрорайонов появилась новая площадка, и где можно посмотреть выездной матч Нижнекамского нефтехимика. Об этом не только прямо сейчас, это новости на телеканале НТР. В студии Александр Комаров. Здравствуйте. Родственники и близкие 18-летнего Марка Хона, которого искали всем городом, благодарят неизвестного телезрителя телеканала НТР. Накануне, после выхода материала в итоговом выпуске новостей, нам позвонила женщина и сообщила, что видела парня с похожим описанием в районе дома Вахитова, 4. Мы связались с отрядом след и передали информацию. Парня нашли в течение часа. Попытка дать взятку сотруднику полиции закончилась для 33-летнего нижнекамца судебным разбирательством и приговором. 4 июля нынешнего года на пульт полиции поступило сообщение о том, что в одном из подъездов находится мужчина в состоянии наркотического опьянения. Факт подтвердился. Прибывшие на место сотрудники полиции настоятельно просили мужчину проехать в наркологический диспансер, однако тот предложил решить проблему другим путем. Пытался дать взятку в размере 4000 рублей. Какое наказание понесет взяточник, смотрите в итоговом выпуске новостей. У жителей поселка Красный Ключ появилась новая детская спортивная площадка. Поместили ее рядом с популярным в последнее время домом, на котором красуется граффити двух больших панд. Накануне мэр нашего города Айдар Метшин посетил новую площадку вместе со своей дочкой и маленькой внучкой. Побывала на торжественном открытии наша съемочная группа, которая и увидела, что новая площадка пользуется большой популярностью у местных жителей. Сегодня хоккейный клуб «Нефтехимик» проведет третий выездной матч. Соперником в нем выступит нижегородская «Торпеда». Нижнекамцы на данный момент занимают пятую строчку конференции «Восток». В свою очередь на Западе подопечные Петриса Скудры замыкают тройку лидеров. История противостояния клубов за всю историю КХЛ насчитывает 17 матчей. В 8 встречах победа оказывалась на нашей стороне. Трансляцию сегодняшнего матча смотрите сегодня на канале КХЛ ТВ в 19 часов. Пасмурную погоду с небольшим дождем обещают синоптики в Нижнекамске. Температура воздуха плюс 17, плюс 19 градусов. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. Но какие вопросы хотят задать нижнекамцы Айдару Метшину? И с какой командой футболисты «Нефтехимика» завершат первый круг чемпионата? Об этом и не только уже в следующих выпусках новостей. Оставайтесь с нами, и вы будете в курсе всего, что происходит в городе. Ну и напоминаю, что связаться с нашей редакцией можно по телефону 400770 или пишите нам на наш сайт. Его адрес ntrtv.ru. До встречи!